Всем привет! Мы Красавцы Лав Радио. Здрасте. И сегодня мы в Лайф-арене. Знаешь зачем? Для того, чтобы осветить открытие крупнейшей площадки в Москве. Ну и, конечно, чтобы сделать врыв контент. Как обычно, пойдем по гримеркам. Суперзвезды в этом ролике. Дальше, во всех неожиданных ситуациях и местах. Смотри. Огромное количество прессы, потому что все хотят увидеть наших суперзвезд. Но мы не только здесь на них посмотрим, если ты понимаешь, о чем я. Сегодня здесь с чем выступаешь? Я выступаю с двумя песнями. Одна такая зимняя, «Ой, мороз», которая у меня выходила вот в январе, ну, того, этого года получается. Да. Ну и, конечно же, супер хит «Ягода малинка». Без него никак. Надо раскачать ребят, толпу, чтобы все прям зажигали. Слава, ты еще не был на сцене, да ведь? Я сегодня просто веду с моей прекрасной соведущей Лерой Кудрявцевой. Офонареть. Ну и что, какая она в жизни, расскажи. Она еще лучше, чем на экране. Хотела бы сольник здесь, в этой арене. Она настолько функциональная. Тут прямо-таки все напичкано супер крутым. А у нас здесь будет сольник. Когда? Через годик. И это Алина Ли! Приветики! Нифига. Привет! Как ловко ты метнула воду только что. Мне приходится делать по-другому. Ребята, вы в порядке? Все, все с ними, ну, окей. Привык, нормально. Так, ну-ка, ты здесь будешь у нас что? Правильно, петь? А, нет, я сегодня, к сожалению, не выступаю. Я отдыхаю, наслаждаюсь выступлением коллег по цеху. Да ладно? А хотела бы сама оказаться на этой сцене? Конечно, я окажусь, 100%. Нет, ну вы понимаете, да? И это ведь далеко не все. Огромная лайф-арена и огромное количество гримерок, в которых сидят наши прекрасные суперзвезды, любимки наши. Пойдем, наведаемся к ним. Обещали тебе суперзвезд? Все, пойдем давай. Здесь у нас, посмотри, кто. А? А кто это у нас здесь? Привет! Здорово, отец! Так, ты сегодня здесь с чем выступаешь? С чем? С сольной большой концертной концерт у меня. Хотелось бы, но на самом деле два трека. Меняем плашку на сольный концерт мото. Бум-бум! Посмотрите, как красиво здесь. И елки, и шарики, и большая елка, и куча подсвеченных эскалаторов. Все это выглядит как гениальное решение архитектурное, как минимум. Обратите внимание на панорамные окна, вид на ночную Москву. Это что-то неповторимое и что-то уникальное всегда. Абсолютно точно. Обычными словами трудно передать, лучше один раз увидеть. Мы приближаемся к сцене. Под потолком летают гимнасты воздушные на качелях. Вот так и выглядит телетрансляция всего, что происходит на сцене Лайф-арены. Вот он я, привет. А вот и главный вход, про который мы тебе говорили. Прямо отсюда артисты попадают на главную сцену. И сейчас их могут созерцать все пришедшие сюда зрители. Я тебе обещал, что мы поднимемся на самый верх, и мы здесь. Сейчас мы выключим свет, чтобы никого от шоу не отвлекать, и покажем тебе, как выглядит площадка для музыкантов и ведущих. Это круто, давай посмотрим. Гаси. Ну, ребят, такого точно нигде не увидите. Мы прямо сейчас находимся над всей лайф-ареной. И позади меня находится главный зал сценический. И отсюда мы можем видеть всех зрителей, сидящие по принципу амфитеатрной рассадки.
Изучаем лайф-арену, строим свои собственные карты. И планы, конечно же. И нам это очень нравится. Погнали дальше. Сейчас мы находимся в VIP-боксе, где все танцуют, подпевают и могут чувствовать себя максимально приближенными к нашим суперзвездам. Ну а прямо сейчас мы находимся в самой крутейшей VIP-ложе лайф-арены. Это просто потрясамбо. Это шик, это блеск, но на этом этапе твой видеотрип заканчивается, а наш VIP-вечер продолжается. Следи за развитием событий, за нашими новыми видеовлогами на сайте lafradio.ru и на нашем YouTube-канале. А еще... Красавцы Лафрадио, Ярослав Парамонов и Никита Мартов, как всегда, из самой гущи событий для тебя в грядущих видео.